Сегодня у нас 6 октября 2017 года. Вот какая у нас погода. О, сколько снег. Больше 10 сантиметров снег выпал. Вообще. Все в снегу. Это всего лишь начало октября. О, все в снегу у нас тут. Чудно так выглядит. Красиво. Деревец вон какие красивые. Ну как вам погодка, Игнат Иванович? А вот смотрите, решетки такие красивые. Но... вот она. Но... там кто-то идет. Игорь Глушков. С кем? С кем, с кем? С Барбашом. А, видно, электричество погасло. Может, выйдем? Выйдем. Вон братья наши идут. Электричество у нас сейчас погасло. По деревке. Вот ходят, видимо, причину смотрят. Погнуло он ветло у нас, как вообще он перед домом выгнать. Доброе утро, братья. Как вам погодка? Что долгого сколько? Ну, так это растает, поди еще. Да, деревья все, деревья все загнули. Сейчас так надо пилы брать. У меня перед домом. Ну вот и там тоже над дорогой. Там треск в этом. Мы сейчас шли вдоль этой дороги. С той стороны треск, ветки ломаются. У меня ветка где-то. Где пруд этот матушкин? Да, мамрета, ветка-то упала на провода. И там все прикрутило, замкнуло. Я его отпилил. Мамре надо убирать. Дуб убирать надо. Что надо делать? Убирать. Ну я что должен делать? Ничего, стоять в сторонке и смотреть, и плакать. Я а мы будем... так и делаем все с самого утра. Я во втором часу ночи как встал и все. А снег-то когда пошел? Во сколько? Как во сколько? Я же на сегодня выходил. А вы слышали, трагедия произошла в США-то? Какая? В Лас-Вегасе убило много людей там. Ну это был расстрел, это уже дня 4 или 5 назад было. Ну, я говорю, слышали. Слышал? 50 с лишним человек. 59. 59 человек прострелял. Стрелял около часа с нескольких автоматов там. Просто так, без... Более 500 раненых. Более 500 раненых. Самый был концерт. Массовый расстрел. Концерт был, и он пошел на концерт и стрелял. Почему пошел? Он, из, вот, он из гостиницы. На уличный проповедник. Прям тоже на повороте у них стоял и проповедовал. И сейчас говорят, это Бог предупреждал. И какая-то женщина, похожая на испанку, ходила по толпе и говорила, вы все сегодня умрете, умрете. Ее полиция вывела, и никто не знает, кто она такая была. Предупреждение было просто. А он непрерывно говорил и говорил, куда вы идете, вы получите возмездие там сегодня за это. Как будто знал. Уличный проповедник кричит, покайтесь, а к нему там приставал один лес. Ну и там ползут и бегут. И... а все идут-то без штанов, девки какие. Ну Америка развратная. Там еще и тепло, климат такой. Ну ладно, день. А у нас-то ничего этого нет. Одни, кто могут посрать, только гуси. Страдать гуси. Ну конечно. Они радуются, вы что, смотрите. Так они радуются, это голову отрубят им. Я им говорю. Они об этом еще не знают. Им никто не знает. Они чувствуют. За людьми бегают, и я еду на велосипеде, они га-га-га-га за мной. Я им говорю, с какие стаи летят гусей, то еще не летите с ними. Ожерели, сидите на одном месте. Сколько месяцев собака ходит? Сейчас сколько месяцев собакой. Надо посмотреть будет. Могу ошибиться. То надо с сегодняшнего дня батюшкину записать. Ага. Алабая гулял. О, порода будет своя. Потеряюсь. Никто не знал, что она. Да собаки будет уже сколько дней. Малыш уехал в город. Посмотри, ты в интернете погляди. Ну все, я тогда беру пилу. Кстати, Володя, мы взяли станок для заточки цепей. Ага. Так что что-то тупое, чуть-чуть где-то и подходи. Ладно, спаси Христос. Мы пилу купили. 30 тысяч. Вообще ужас какой. Промышленная. Но она хорошая. Профессиональная. А кто его знает? Хорошая пила. Китая. Ну и все в Китае готовят. Это пила какая же? Какую 30 тысяч? 18. 18 тысяч она стоит. 20, вот это? Да. Ну, это так, это а как что? Ну там ценник есть. В
почему 30? А он брал 30. 30? Нет, нет, что-то много. 30 это там с шины вот такой, она там... Нет, лошади, 18, лошади. Ну, прямо в чеке написано 18 тысяч. Не знаю, надо спросить. Так, ну что, ну, так будет свет-то? Ну уже как... Все дали, говорит. Сейчас уже есть? Да. Ну спаси Христос. Должен. Давайте. У меня капканы там засыпало, надо искать теперь. И там бобры найдут. Которые не засыпали, нынче как хочешь засыпь землю. Иначе она до половины доходит, прорвет. Тут рядом прям. Я говорил, а ой-ой-ой. Посмотри. Глянь, какая решетка красивая, это мне нравится. Ну да, это точно. Лепота. Я полезу сейчас к голубям, посмотрю как. Вон они что-то решают, кому куда идти. Вот два Игоря. Имен других нету. А почему было не назвать его как эти Ники? Игорь. У нас сидят часы там за столом. Четыре Игоря. Четыре часа, четыре Игоря. Так вот, чудно дело Господа. Деревья ломают. О, Надежда Васильевна, печка топится. Ну, мне надо топить же, пойду затоплю. Ой-ой-ой, идите на усадьбу. Да. А вон, смотри, ветки-то как, склонила, и даже не видать, что росло. А, ну да, интересно. Все до одной. Склонились-то. Как шалаш получился. А? Шалаш получился, говорю. Ну. Посмотри тут. А эти не убрали? Сваи-то лежат под ногами. Ну. Я вчера хотел их убрать. Я думаю, все растает еще. Да должно. А? Должно еще, конечно. Да, загнуло их, интересно. Так вот, слава Христу, аллилуйя.